Катерино, я помечаю. Пан, я помечаю. Она моя молода. Вы наш пан. И вы нам, людям вашим, объявили волю. А... Катерино, оце я трохи оброблюся, почну стелю очеретом закладати, а мати завалькують, ти допоможеш, а восени поберемось. Буде у нас хата тепла, купимо лоша у цигана за гривню, випасемо. Наша лялька випасе. Дарма, матінко, пани глухі, та ж і в Бога олов'яне вухо. Рогожского церковно-торгового союза, ходебщик Петр Жуков. Рогожский церковно-торговый союз ваш скороть, что и Макарьевское братство, а для вас, помещика с таким райским оперением, это царствие небесное и путь к Нижегородской самый прямой. Для моего сбыта Ильинской хватает. Ваш сокороть, да разве Бог, что родился в яслях, в хлеву простом, не простирает руки? Вот, чтобы обнять весь мир, мы воюем Кавказ, протягиваем высокую руку к
Персии и образуется кольцо. Кавказ, Персия, Астрахань, Нижний, Украина и опять Кавказ. Пыхтит пароход, гремит чугунка, народ рублем оборачивается быстро. Тебе, Петр Жуков, не ходебщиком быть. Я ходебщик потому есть, что собственными ногами свою же землю меряю. А кабы мне простор какой, или права такие, чтобы отечественному делу помогать суконцам, кожицей, подставлять солдатику примерно сухари, бинты. Ведь дело-то какое? Дело. Было бы и вам, и нам. Я просто влюблен в это дело. Да. Угу. А девка у тебя, ваше сокородие, отличная даже девка. Девку бы я взял. Взял бы, взял. Артисткой бы в Нижнем устроил на ярмарке. Эх, девка, я просто влюблен в эту девку. Вот просто влюблен. Сегодня уезжаю. Война требует. Буду в Москве. В Москве. Счастливо, Шамиля, воевать, ваше сокородие. В Москве увидимся, договоримся. Братству поклон. На хлеб взгляни мимоходом. Бережіться, Георгій Павловичу. У цього кацапа очі вельми круглі. Одного царя люди, Сидоренко. Царь, Георгій Павловичу, добре, коли один. А кишені добре, коли нарізно. Георгій Павлович, маслін. Маслін привезете? Маслін. Маслін? Маслін із Кавказу. Маслін. Прощай, Сигизмунд. Гаврилов, прощай. Увидимся еще. Пекуша. Прощай, Пекуша. Я Марья. Ну, Марья. Прощай, Марья. Прощай.
солдаты, Гаврилов. Солдаты, Михайлов, а ты в степи. Жарко. И всю дорогу так? В мундирах. Не скидаю. Старі люди кажуть, доки на мені, доти й моє. Отож, мабуть, і нам таку одежу видадуть. Обязательно. Самовар на голову, бутилки на ноги. Старі люди кажуть, прибери пень, і той покращає. Отака вирячкувата людина, а? Отож, мабуть, і нам легко буде. Чого це ти? Покращує. Зовсім друга людина. Это верно. Потому одно дело собака без ошейника и... Как тебя зовут? Ивась. И совсем дело другое, Ивась, собака в ошейнике. Война вот на исходе, кто-то богатеет, ни мы, ни вы. Деньги мне точно нужны. Девку купи. Отличная даже девка. Я старой веры, людьми мы не торгуем. Ваш дядя-генерал, милости у князя-наместника, ваш сокородь, дайте только мне ход. Мы с вами такие дела заделаем. Армию свою одеваем, горцам свои товары продаем, у них сырье забираем. На их земле хлопок для себя сеем. Завод свой на манер Тверских построим. Все выгоды! Все выгоды! Ладно, вижу, делов. Завод, конечно, выгодно. Служи отечеству, а девку я тебе отдам. Пусть она тебя любит. Я либерал. Мой дядя декабрист. Девке давно уже волю дано. А вот теперь я ее за тебя сватаю, но только по восточному обычаю. Выкуп. Душевно благодарствую, ваше сокородие. А как любить-то буду?
мармелад. Хай, тетя. Сегодня ж будут гости. Какие гости? А, какие люди? Хай, тетя. Это, Настасья, мастерица новая. Чего вам? Ты у меня будешь тоже, как родная. Я смутилась. Думаю, полиция? Ну? Правов-то, Петр Ильич, на заведение. Нет? Права? Такие. От порога к столу. Перед графинчиком останавливай. У пирога усаживай. Наливай, подкладывай, пока в доме у всех руки отвалятся. Права. Настасья, товар. Народ ейный в теле держать надо. Корм отпускать подходящий. Хозяин богатеет расчетом, а не скупостью. Будем стараться, Петр Ильич. Постараемся. Будьте покойны. На дуньках, да на хохлушках делов не сделаю. Нам бы в деле княжну персидскую иметь. Скоро откроется дорога в Персию.
Кавказ повоюем. Тоже и другой товар пойдет. Маслины, рис. Настасья, маслины, рис, Настасья. Это товар. Маслины. Я вот думаю о персидской княжне. И как это Сенька Рядин такую ценность в реку бросил? Разбойник. Болярину земной. Позвольте, хозяин, смерду вашему ручку поцеловать. Ножку, благодетель. Любимой, приятной мне когда-то человек. Позвольте губки поцеловать. Носи, пупок поцеловать. Унька, не дури. Поди ты к нечистому. К нечистому. Пришла к нечистому. Ирод, Иуда, Искариот ты. За 30 серебряников Христа продал. Антихрист. Унька, образумся! Не могу я больше! Не могу! Я не могу больше! Унька. Я не могу! Не могу! Не могу! Вот ты, ей-богу, Дунька! Дунька! Анафема! На вот! На вот! На вот! Дес! 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 Дунька! Раз! Путная девка, хозяйству урон. Девушка хорошая, на вот, возьми, заранее повесься. Это ж могила. Это же мертвые. Какие пустяки?
душевно огорчен. Крайне жаль, что намерение наше не имело успеха. То есть только драгоценной крови. Но по численности войск Россия все же будет всегда сильнее всех своих врагов. Ваше Величество, перевооружение армии неизбежно. Винтовка бьет на 2000 шагов. Пуля коническая идет в тело глубоко, рану делает смертельную. Чеченцы поэтому нас бьют, Ваше Величество. Мы должны говорить княгине. Для этого мы посланы. Княгиня не может с вами говорить. Тогда передай ей... На бумаге. Нет, на словах. Впрочем, не надо. Вон там, за рекой, собралось много недовольных. Это мирные горцы. По реке идет сам Калдеришвили. 10 000 горцев, мигрельцев, меретинцев... Но чего же они сюда идут? Эти мирные гости придут так. Княгиня будет с вами говорить. Только вы здесь вот вытрите ноги, войдите в верхний сад. Что вы можете сказать, мои милые? Деду Фало, чензур суган, шамине взвисусепс. Салкетесом тели вашкасми, мидиан мастан дасахмаревлад. Исини, аритменен. Чвенки, чудобьяни халхи, ти сарцивни. Мобрзан диттар баши, дай к мою лапаракот. Око, сали садерс. Самоги вида. Ото Миколам Гуралата, дзмао. Дедо Палма е сквала перетурме адреве и цода. Дедо Плиз гамокзален макацебма. Халхи сквада сквада пиребе бит гам шуидес. Народный вождь, наш Дантон. Ме, чедели вар. О, шен чедели хар, чедели. Он говорит, он кузнец. Всяк молодец, своего счастья кузнец. Мы, милый человек, под одним богом, одного царя люди. Хищник-англичанин только и ждет промеж нас несогласий, дабы запустить когти и клюв в наше молодое тело. Ему что надо? Мы ему не родина. Ни отечество, ни вера. Его стремление — голый разврат. Тамиль англичанином куплен. И вот вместо веселой, мирной жизни английский порох глаза нам ест. Англичанин — эфемерия, мы — живое дело, правильную жизнь несем.
честолюбивого воинства портки снимаете. Для вас же, братцы раненые, на корпию, да на бинты. Ладаном над нами покадили, похороны состоялись, честь честью. Настанет страшный суд, ангел затрубит в серебряную трубу, христолюбивое воинство, живот свой за царя и отечество положившее, встанет на этот суд, голым задом засветит перед престолом Всевышнего. Иоанн воин от такого воинства отвернется. Царь, видевший нас только на парадах, не подымет кубок за таких победителей. А главное, как в аул идти без портков, собаки загрызут. Армія, ми одбилися, наші вперед пішли, а
Мы крепостные. Мед, Снипхари. Тебе сейчас дадут штаны. Дайте мне ваши витринки. Я не упущу. У мене була б уже своя така, коли б... Крепостные, ваше сиятельство? Да, крепостные. Знаю. Весь аул, ваше сиятельство? Весь аул, мои милые. Идите. Ваше превосходительство, разрешите принять командование. Вы такой чудный, вы такой милый. Видит Бог, ваше сиятельство? Как свято я вас люблю. Уйдут проклятые. Эх, народе. Зря стреляем, ваше сокородие. Что толку получить народ калеченный, да и товар пужается. Два существа нервные, испуг сразу на молоко падает. Война не лавка, Петр Жуков. Ярмарка, ваше сокородие, ярмарка! Купли и продажа! Вот так оказия! Наш полк! Наши! Наши! Именно что наши! В нас стреляют, значит наши! Гаврилу! Свои! Ото обзывается четвертый взвод! Я піду, мабуть! Свои! 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 Гаврило! Свои! Мы вас помилуем. Помилуют вас и ваши князья.
Сволочи вы! Могильные черви! Хуже! Черви едят мертвых, а вы нас съедаете живыми! Солдаты, мужики, был Прометей такой, скованный цепями, на скале повис он над бездной. Могучий орел клюет ему в сердце. Нам, солдаты, наше мужицкое сердце клюет ворона, подлая, двуглавая, войнах отечественных общипанная топера. Тушите стербу! Огонь! Вперед! Равнение держите! Куда вылез? Не помогут ни огонь, ни вода. Бунты в деревнях, бунты на Волге, на фабриках бунты. Уже занимается заря свободы. Пять живым. Вперед! Ура! Чтобы вся рота, каждый солдат роты, дал ему морду. Бить нещадно. Пусть он и другие поймут, что никакой революции в России быть не может. Thank you.
Назначить суд над рядовым Гавриловым и прочими. О решении суда его превосходительству доложить. Пленных построить! Ее сиятельству княгине Елене Константиновне угодно было поднести их в дар победителям. Имущество же их, как военные трофеи, направить в Нижний через Дербент с обозом купца Петра Жукова. Какие богатыри! Какие Аполлоны! По 20 палок каждому и с Богом. Дорогу! Пьяный делу не полезен. Купцу мозгами надо шевелить. Эй, вы там! Кто боржи? Негружены под берегом болтаются, как гулящие девки. А народ мелкота. И кто их выдумал собрать таких? Тянут, потянут. Ну, живее! Я говорил генералу, чугунку строить с нашим народом. Бунтов не оберешься. Народ, где деньги брать надо. Иван Иванович, ты полицмейстер. Ты что же это? Чинов вам надавали, медали навешали. Золотом
расшили не только пузо, но и где инди. Что толку у вас? Бунты кругом. Где градоначальник? Где жандарм? Или капитал? Перестали любить. Бога бойся, царя чти, но капитал люби, Иван Иванович. Талантливые курвы. Отлично.
рады стараться. По начальству равняемся. Да. Там же не бегут, а буксо. Мегуизат матвери, мигуанда бамбис куласа. Шота! Заглебо, орево, сислис, смелево, мест там ичинет, арестуйте мне, Да, неосторожно. Запиши. Пытался бежать, будучи арестован. Хлеб. Это крепак полковника Свечки. Его помылково, ошибочно, значит... Говорите, как можете. Я сам с Кобеляцкого повета ваш язык понимаю. Его ошибочно, значит, бунтовщики записали. Верьте слову, повернемось на Украину, 50 гарячих всипемо, так що увесь порчений дух з нього вийде. Да. Ти що ж це, скотина? Мазниця бісова. В революцію свого носа сунеш свинячим рилом калашний ряд. Рано кури йдуть додому, вази не мазані, поли не чищені. Іди, мурло до возів. Дивись ти, яка чудосія. Thank you.
Не ти перша, не ти й остання. Порядок такий. Уже займається зоря свободи. Я намірюваюсь, я не скажу, я намірюваюсь, треба йти до возів. Почему так рано? Под утро-то и есть самая работа. И помещение не по форме. Фонарей нет. Красные фонари надо. Цветочки, картинки, лестницу пошире, кассу на видном месте. Буфет и соответствующих людей мужского звания, чтобы при силе были, и рожи помурластей. У хорошего хозяина всякое дело свою физиономию должно иметь. Вот Петр Ильич. Петр Ильич, все же права. Права. Царь волю дает. Уступает деловому человеку. Значит, и нашему заведению права будут. Девушки, на дворе солнце. И вот цветы. Сегодня нам радость узаконили. Добился хозяин. Теперь будем жить по закону. Девушки, а завтра в Москву, а в Москве музыка, красные фонари. А полиции теперь вот. Батюшка. Батюшка, батюшка, батюшка. Благодарственный. Благодарственный, батюшка. Много чай взяли? Господь милосерден, заработали. Хозяину не убыток. Бог труды человеческие любит. А какому святому? Какому же? Пантелеймону. Молодой, красивый, серьезный, строгой. Дура. Пантелеймон от зубной боли. К нашему делу он не касается. Сорока святым. Антонию. Он повсегда рисуется в компании с голой женщиной. Бесстыжий святой и только. Служите самой пречистой деве. Это будет солиднее всего. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь, Царю Небесный, Утешителю души истины, и ревездесы, и все исполняя, и сокровища благи, и везде подателю, приди вселися в них. Почему Дунька ушла? Позови Дуньку. И спасти блаже души наша.
родова дочь, плясунья. Настасья на молитву требует. Царевна, доложу, не постесняется, сама пожалует. Нечистый дух. Господи, явися нам, благословен гряди во имя Господне. Дунька, шельма, распутная девка, тебе больше всех молиться надо. Хозяин осерчает, когда я ему расскажу все это. Окончание великой победоносной войны, добровольный союз с храбрейшим кавказским народом и годовщину бракосочетания ее сиятельства княгини Елены Константиновны с моим племянником Георгий Павлович. Издавна вольные кавказские народы
по-настоящему стали наслаждаться свободой только после покорения их русскими. Тебе бы половину моих сладостей, я бы действительно насладился. Параферия, давить слит. Пусть кугает их твитебо. Табге бадро. Швен. Вермуахерхе. Схреби гаумаски тудеби анисет найра. Рогора техла и гичвен бимаски тудеба. Я говорю, она еще получит свое. Они достойны. Порочь! Шкуры! Пустить! Що оце ви робите? Жаб лякаємо, щоб не кричали, коли пани сплять. Це добре. Лякать треба, стябать будемо, та не жаб. Жаби нам нічим не завинили. Хай собі кричать. Чего вы здесь? Прокофий, Григорий, Федор, Евдоким, Сидоренко. Позвать Сидоренко. Чего вы пришли? Сьогодні роковини, як ми з вами рядового Гаврилова повоювали, а за побіду над ним
над Гавриловим. Хрести та медалі одержали. Так оце я й прийшов. А вони подивитись. Мерзавці! Мерзавці! Я Сидоренко, управитель пана Свічки. Бунт! Деревня. Этого быть не может. Что робите? Что робите? Песни співают запрещенные. Пана, який шальной солдатик, вибачте, прилюдно у морду ударил. Человек не из одной морды состоит. Свого пана! Та ще якого пана? Мати гетьманського роду Зиговський, бабка по батькові Дорошенків. Я приїхав. От ми будемо з вами завод строїти. Народ капіталом подимем. Маловелик вивільнет мозгами о своєм інтересі. Садіть! Нам по дороге! Що ж у вас? Що ж далі буде? Далі будемо битись. Не подужаємо дарма. Хоби там що, уже займається зоря свободи. А кожу, зима буде, може й не одна.